И всем привет, с вами Демон. Сегодня я сниму обзор на игру Обгон. О, вау, какая тут графика, сразу видно высокая. Ну, уровень первый, я так понимаю. Так. Ага, надо удержать. Вот нажимать. Ага. Понял. Окей. Нет, больше не сети. В смысле? Это к чему? Зачем? Почему? Ладно. Понял. Все. Давай только глючить не будешь. Окей, это, наверное, игра с интернетом. Или чего? Так. Окей. Потом оценим отключим. Ну. Так. Тан-тан-тан-тан-тан. Да ну, а серьезно что ли? Мы это не проходим. Это сразу надо тоже пройти. Ей. Не успеваем. Вот сейчас успеваем. Сразу успеваем. Ей. А чё, финиш? Окей. Так, все проблемы я вроде как решил. Заработок лучше. И скорость. Сразу? Нет, не сразу. Сразу? Да, сразу. Мысли, ничего себе, какая подстава. Они просто из ниоткуда появляются. Успею? Не успею. Успел. Ха-ха. Да нет, вроде игра легкая. Пока что. Пока что. Усиление, заработок. Ага. И все, бесплатно. Окей. Так, подождем. Еще подождем. Успеем. Так, да-да, мы успели, но я не нажал. Печально. Так. Вот так вот. Учимся на ошибках. Учимся на ошибках. Так. Поехали. Вы видели, какая там гоночная тачка была? Авария. Вот такая вот там тачка была. Так, давай лучше. Нельзя. Все, поехали. Поэтому проезжаем. Так, ждем. Проезжаем из этих больших, как сказать, фургонов ничего не было. Все, поехали. Да, что такое, блин? Все, я проехал, ничего меня не волнует. Так, заработок и ускорение. Да. А ты куда? Ей, ты чего? Успею, не успею. Вот тут я успею. И я так понимаю все. Вау, куда он по... Он тоже, блин. Да что такое? Почти вот перед финишем, ну как так? Ай. Ладно, повторим попытку. А, тихо. Ну, давай уже. Вот. Есть. Да, в смысле, нет. Да ну, а нафиг. А, тут еще и тачки. Тут еще и тачки рандомные. Да вот что я делаю, не так. Да, в смысле, это что такое-то? На четвертом уровне уже, блин.
Николай. Так. Сейчас. Есть. Блин, так бы я успел. Сейчас буду на готове. Есть. Почему нельзя справа въехать? Ну, ждем и наконец-то мы прошли. Господи. По сути, по идее, легко. Ускорение. И заработок. Поехали. О, тут уже... В смысле, чё? По-моему, нет игры. Офигел. Офигел. А! Ну, здорово, думаю, низко сыграл. Ха-ха. Столкнение. Сразу обгоняю. Да ну. Ну да, как я и говорил, тачки мне. Да что такое, господи боже мой. Ну, да все, все, не надо. Бесит то, что типа все время этот выскакивает. Ну давайте обгонять его, наконец-то успех. Уже и миссии разные появились. Да что такое? Я скорость, наверное, прокачаю. Два раза. Начать. Ладно. Это полегче пока. Ну ладно, как бы. Хорошо. А, мне дают деньги за бомб. Бомб. Понял, нам объясняют что да как тут, что такое есть. Еее, 122 рубля. Бублика. Бублика. Так, не зависай, пожалуйста. А, надо побольше. За обгон. Тихо. Что такое-то? Обгон. Сразу же обгон. Нет, ждем. Ну давай, обгоним. Успел. И тут... Ах ты ж какой. В смысле, вот это он успел, молодец. Сразу видно, читер. Все, уже 326. Прокачаю, наверное, я усиление. И заработок. Это, наверное, плохая мысль была, но... Не успею. Тут успею. Успею. А, я бы успел. Да как так-то? Ну, смысл? Ну вы хватит гонить. Ну вы гоните просто. Так, а машина. Обогнал бы я. Да что такое-то? Он просто не умеет тормозить. Ладно. Ну, графика хорошая, управление просто нажимать. Все детское, легкое. Это как так-то? Так, обгоняй быстрее. Во. Не теряем скорость. Ах ты ж какой аркадник-то, ух. Лучше не рисковать. Восьмой уровень. Довольно так-таки и сложно. Скорость покачаем и усиление. Усиление — это вот эта вот линия верхняя полосочка. Обогнал, вот тихо. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пам-п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 ам
Так не пойдет, так не пойдет. Зелененькая фигня. Справа это бензин, это ясно дело. Успею, не успею. Моментом не успею. Да что? Можно так-то просто, в принципе, подождать сзади человека. Да и все. Вот так вот. Не теряем разгона. Нет, да что такое? Ну, я почти поехал. Ай. Тут больше, блин, нервов, чем радости. Я хотел набрать скорости больше. Так, проезжаем. Сразу же проезжаем. Не, тихо-тихо. Вот. А блин. Что такое фургон, а? Там еще я открою. Успею, да не успею я. Успел. Успел. Так, все, можно подождать. Можно подождать. Тихо-тихо-тихо, демон. Демон, тихо. Тихо. Ну давай, ускоряйся. О. Наконец-то мы прошли 9-й уровень. Ой, за каждый, ну, за повышение уровня дают больше денег. Как бы логика работает. Я ничего не... Надо обогнать его. Ну, я тут думаю, сложности ничего не будет. С первого раза хочу пройти. Ну, я и прошел. Ну, не ему и не мне. Хотел сказать, я прошел, но нет. Бабах! Так, третья попытка, да, у нас? Третья, да. Так, сразу после машины. Сразу после машины. Как только я его обгоню. Да блин, я почти посерединке проехал. Ну вы что делаете-то, а? Один рубль, зачем мне один рубль? Давайте мы на этом закончим, будем. То есть заканчивать. А вот видите, я его не касался. Ай. Сплошная. Ого. Машинка классная у него. Здесь мы его обогнали. С пятого или с четвертого, да? Пятый раз вроде как. И нам дают 177, почему? Или это я собрал? Ой, давай зарабатывать больше будем. Ну тут, я думаю, ничего сложного нету. Ой. Ну, на этом, наверное, заканчиваем. Ну да. С вами был Демон, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Ну, а на этом все. Всем спасибо. Всем удачи, всем пока-пока.